Люблю калининградские магазины, вот, чтобы люди не стукнулись в подвальчики, магазинчик, да? Здесь еще и подушечка, чтобы если даже, дай Боже, ты врежешься, берегите голову. Вот. В принципе, ее нужно беречь, меньше телевизор смотреть. И Ленин такой молодой в городе Гвардейск. О, цветочки ему возложили. Да, не настоящие, но... И никому не мешает, стоит. Опасные отходы. Вон, лампопулечку засунули как. Кисонька, как у тебя дела? Как жизнь тут в этом городе? М? Язык-то? От нас вкусняшкой, возможно, пахнет. Но мы на всякий случай держаться. А, это пацан, да. Озерские, озерки разные вещи. Озерские это больше. Ага. Озерки это озерки. У меня в Озерске зритель есть свой. А озерки вот сейчас. Блин, это ПДК, по-моему, вообще мили кузины. Сейчас вспоминать, я не, 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 не в этой самой, не то, что там, там. В церкви. По-моему, да, там. Вообще, в общем. Я вот, есть некоторые... Без права туда, по-моему, ехать. Без права. Тихо, красная. Ну, тихо, красная будет. Здесь лиса. Фу. Вот сейчас просто будет, по-моему, надеюсь, что цена. Вот советский магазин. День к концу. Ух.